Водород, для этого есть специальные установки, которые, значит, при химической реакции, в процессе которой выделяется водород. В принципе, очень грубо говоря, это напоминает самогонный аппарат. Но там свои нюансы, свои, как говорится, промышленные внедрения, усовершенствования, ну, в общем, принцип тот же. Кадыль бы готов по всем проверкам, то есть без всяких ограничений, без всего, кадыль бы готов на 100%. Мы, в принципе, одно из тех подразделений, которые, в общем-то, благоприятно переживаем данное сложное время. Знаете, это затягивает, в этом влюбляешься даже. Пойдем по пути наиболее развитых стран, тех же американцев, немцев, Израиль. Туда же будет где-то, наверное, я так думаю, что будет развиваться. То есть у американцев вся береговая охрана РЛС поднимает с помощью аэростатов. Немцы сейчас уже дирижабли начали делать. Нам ничего не остается, как государство, если мы государство, будем развиваться.